сколько занимаетесь тоже? 5 лет. 4 года. Ну, прилично. Результат есть хороший. 7? Как часто соревнования проводят? Мы его только официально сдали. Открытие будет в ближайшее время, а это пока они первые, которые проводят тренировку. Вот Татьяна Казинюк, чемпионка Европы по самбо, мира. То есть самбо и дзюдо, и вот она первая, которая сегодня у нас здесь тренируется. Здесь провожу тренировку. Да. А где вы работали до сих пор? Мы где работали? Да. У нас Армавирбо, Динская, ну по всему краю. Мы часто проводим сборы вместе, девочки, мальчики. Здесь сегодня собрались лучшие спортсмены Краснодарского края. Подарок такой губернатор. Это вообще, это мечта, это сказка. Тут одно удовольствие. Мы надеемся. Настоящий дворец. Настоящий дворец. Я хотела бы вас, Владимир Владимирович, поблагодарить от всего спортивного сообщества Краснодарского края. Ни одна страна в мире не может гордиться такой колоссальной поддержкой, которую оказываете вы нам. И это видно на примере нашего родного края, где я родилась и выросла, достигла определенных результатов. Больших результатов. Больших результатов достигла. Но этих результатов бы не было, если бы не моя команда, мои тренера, мои наставники, мое руководство Краснодарского края. Мы работаем здесь одной большой дружной семьей. Мы действительно здесь семья, друг другу помогаем. Вениамин Иванович нам очень сильно помогает, уделяет нам большое внимание. Я вижу, молодец. Да. Здесь целый город же спортивный. Да, у нас в каждом районе Краснодарского края у нас строятся центры единоборств, спорткомплексы у нас строятся. Это то, что вот губернатор сделал по поводу самбо в школах, это здорово, конечно. У нас уже больше 75 школ в проекте, которые приняты. Будут уже самбо в школы, да, наставники у нас. У нас эта программа работает очень хорошо. И с каждым годом у нас колоссальный прирост. Заходишь в спортзал. 75 школ, где она их идет, а так 800. 800 школ, где третий урок обязательно сам. А где ее лично проект тренеров не хватает. Вот это самая большая проблема. Даже ковры купили, а вот тренеров. Да. Сложно переучить игроков физкультуры на тренера по самбо. Похож на татами, да? Пожестче стал. Да. У вас сколько воспитанников? У меня? Ну, у меня нет определенных моих воспитанников. Я еще действующий как спортсмен, восстанавливаюсь тоже после травм, стараюсь. Ну, прихожу в зал иногда, работаю с детьми. Травма какая была? Колено, спина. Ну, да. Обычное дело. Да, да, как и у всех. И, Владимир Владимирович, благодарна вам за вашу позицию в развитии спорта в стране. В Краснодарском крае без вас этого бы ничего не было. Вы для нас пример, гордость. И я искренне считаю, что без участия России на Олимпийских играх, ну, это не Олимпийские игры, это не чемпионат, ну, чемпионат мира, чемпионат Европы, это местечковые соревнования, наши атлеты лучшие в мире. Мы это уже доказали на протяжении многих лет. Так спасибо. И есть, полностью согласен. Ну, поговорим еще об этом. Вот вы экипированы хорошо, все, да? Борцовочки, как бы, современные, кажется. Все есть. Да. У нас у самбистов все есть. Я вижу. Это хороший, демократичный вид спорта вообще. Да. Ну, правильно. И поэтому в школах можно легко развивать. Главное, что такой комплексный, хороший. Очень много дается с точки зрения развития физического роста. Здорово. Воспитывают характер. Вам спасибо, что вы этим занимаетесь. Спасибо большое. Вам спасибо. А то девочкам, ребятам нравится. Нравится? Да. Да. Конечно. Здесь целый город у вас спортивный. Смотрю, здесь и легкая атлетика, и теннис, да, и плавание, и ледовый дворец. Ледовый дворец. Ну, супер красивый. У нас спортивный край. Да, точно. Спортивный. В том числе благодаря таким спортивным, как вы. Потому что пример показываете хороший. Результатов добиваетесь. И все хотят на вас равняться. Все хотят быть такими же, как вы. Я хочу поблагодарить, а всем ребятам пожелать успехов в спорте и в жизни. И в спорте, и в жизни. Спасибо. Спорт вам поможет добиваться результатов в жизни. Не только на ковре, но и тем делом, которым вы себя в будущем решите посвятить. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Спасибо. А девочек с наступающим 8 марта. Спасибо. Все хорошо. До свидания.